Установка лобового дефлектора «Стрелка-2» на смарт третьего поколения. Для того, чтобы вода, когда вы работаете дворником, не перепрыгивала через стойку, не попадала на боковые стекла и также зеркала, а уходила в сторону крыши. Для этого вот она существует. Мы, конечно, протерли все это спиртовой салфеткой уже заранее. Перед установкой снимаете нижние две пленочки. Прям до конца. Вот сюда вот. И обязательно разглаживайте с двух сторон. Все это, конечно, делается в тепле. И, конечно, старайтесь не утягивать, то есть не натягивать, особенно если жарко, не утягивайте. Просто равномерно устанавливайте. Перед установкой можете посмотреть, чтобы он именно доходил вот так вот. Если вы перетянете, то он у вас выйдет отсюда вот выше. Опять же, не забываем все разглаживать. Потратьте время, минуту-две для разглажки. Именно с двух сторон, равномерно, с усилием даже. Водительскую установили, сейчас будем устанавливать пассажирскую. То же самое, снимаем две ленты. В самый низ. Ну, можете не спешить, как я. Разглаживайте. Еще раз. Напоминаю, разглаживаем. Не вот так вот клеим, а разглаживаем. Лобовой дефлектор «Стрелка-2» установлен.